Ацикули законда та горганану эндэгт кусты график. Дуэн фарстефил дар хастерцы драйсима. Сафадил дуэбун дар гуахцит парламентун работатам. Фитцак фарсте парламентарита с ратификаций кутуем кускэнен адама каразияна хускэнен фадил бадзир на патсах адама Луганска адаму республика има. Рассмотрение вносится закон о международном закон о ратификации соглашения между Республикой Южной Осетии и Луганской Народной Республикой. В соответствии со статьей 15 Закона Республики Южной Осетии о международных договорах выношу на ратификацию в парламент проект закона Республики о ратификации договора о дружбе и сотрудничестве взаимной помощи между Республикой Южной Осетии и Луганской Народной Республикой. Подписан этот договор был 19 декабря 2018 года между нашими руководителями, президентом Республики Южной Осетии и главой Донецкой Народной Республики. Договор затрагивает практически все сферы жизнедеятельности наших государств, это и сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной, социальной, образовательной и других сферах. Все сопроводительные документы имеются, предоставлены, собраны комитетом, вопрос обсуждался на комитете, был вынесен на президиум и дальше вот выносится на ваш, так сказать, суд. Պատասխանում գերբեֆադել կոնստիտուցիոն ձակոնը պրոյեկտը ռաստա դեպուտատոն կորպուսը ռազդինատ։ Կոնստիտուցիի ֆտասեմ ստատյայի ձերդա է պատասխանում սիմվոլ թե օֆիցիալն է փայտականն ֆատկվի դարգունդ քեցավ կոնստիտուցիոն ձակոնը բնդուրել։ Կոդման ուսն գոտամ դուեն ֆորոստամ դեկաբրնա վազ ստամոզը իստրցը ֆաստախատ պատասխանում գերբեֆադել ձակոն։ Ռեսպուբլիկա Յուժնայա Օսեթիա իմե государственные символы это герб, флаг и гимн. Их описание и порядок официального использования устанавливается конституционными законами. Однако на данный момент действует закон Республики Южная Осетия от 29 декабря 1998 года о государственном гербе Республики Южная Осетия, что противоречит действующей конституции Республики Южная Осетия. В связи с этим и был разработан проект конституционного закона Республики Южная Осетия о государственном гербе Республики Южная Осетия. Предлагаемый законопроект разработан в целях уточнения порядка официального использования государственной символики республики, государственного герба Республики Южная Осетия на штандарте флаге президента Республики Южная Осетия, на боевых знаменах воинских частей, а также представление возможности его использования гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями. Следует отметить, что в настоящее время имеет место случай использования государственного герба Республики Южная Осетия несоответствующим правилам официального использования, установленным в ныне действующем законе. Таким образом, у граждан и организаций отсутствует возможность использования государственного герба, в том числе в изображении и в иных случаях, помимо его официального использования. Парламентарий Техустарт Махицен Фарстахоза Хастерцед, Национ Банджи Бавдиска Фендун, Национ Банджи Директор Тесавиты Скундме, Булатата Аланай Бахасен Федел. Раздар Ацехаста Хаскута Джиута Жанна Кецефаста Дарсен Сонгундерцед, Эвсноем Банджи Сердорай. Депутатун Корпус Разесте Национ Банджи Бавдиска Фендунел. Тархватину на фацайдах калунты кодексы 202 фицагам статья Алварс. Янесан иртазы дарга калунты сари баркене, ирун адамун рымдесния дельчикусы, амеса чипара хаткене ведуне. Те, которые занимаются изготовлениями предметов народных художественных промыслов, дома, там, в цехах и так далее, и которые не зарегистрированы, этот закон их не касается никак. Поэтому речь пойдет о тех предпринимателях, которые захотят зарегистрироваться, производить продукцию, которой этой продукцией они будут пропагандировать остинское национальное наследие. Причем, если мы обратимся к нашему закону, мы изначально прописали предметов национального культурного наследия осетинского народа. Алан Дударович Кузонов нам тоже сделал предложение убрать слово «осетинское», чтобы как бы не ущемлять нации, которые проживают на территории Южной Осетии. И с учетом этого мнения, и с учетом того мнения, которое прислало правительство, мы заменили на это понятие на народные предметы народных художественных промыслов.
Ац фарсы фадыл депутатон корпуса кады ахицэн комитет рахаска фэндуниме. Эс фэртамиш сарозуна. Эс ше сарозу, нарафа, шош ше сарозу. Ви ком ау мичну ара бурга. Эс сарт эттэн, ани шана кусэ. Ни сэр нахам тэм, ана бурмашина чим. Дэндэк тэ чи хуй кэнэ. Ха хам тэс, амин, бэца зыд кэнаф тэнэ мэжэй. Ахам ди сэк тэс, ал мэхтарис. Ей, фэсбук эс ар рага ээнч. Мэн надам ше талант тэй. Ведь оно сорта, и вовлок на сорта, и вовлок на сорта, и вовлок на Я герю, а уим дяги, че сой ногу зорол. Вора уши гели бы чизу, но хой фабричный вижу. Чия дарайка, наши гели пуха разбили фабричный, чия дарайка, чия И вот этим законом я так понял, что мы должны их обязать, чтобы они вот стали индивидуальными предпринимателями, чтобы они платили налоги, как я понял. Допустим, допустим, меня вот последний вот эти люди, которые занимаются вот этим промыслом, да, они вот не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, да, вот на сей день. И они не платят налогов, да. И у них есть какая-то проблема с этим, да. Их, я как понимаю, не так уж много. Вот Юрий Константинович сказал, есть 5 человек, допустим, вот 5, 6, 10, 10, 10, 10. Оба места зарегистрированы. Нам на хиничку еще налоги. Мы можем рынок, что в Ингеаде есть, допустим, потребовал когда хан посыпаться. Что нас на хиничке нам? Если ты не штырк, бюджет на хиничке штырк, что мы хочешь стырк. Как раз ты обиден на хиничке? Не, не. У нас, допустим, можно было бы рахоса. У нас у себя у него мосу индивидуальный предприниматель. И ты морой свет, то есть, я не знаю. Хочу работать, сорос, то покус, то мы ехали. Не, кет фэнди, кет фэнди. Но я буду мне новое кино. Кет не фэнди, что я новое кино. Уже новое кино. Вот тоже новое кино, вовсе не сочет. Кай фэнди? و یه اوضاع که مکوسم، که فن دیوی تاک مکوخه کاخه من یه بار تله کذخ دافته. ما خام نیکه کردن لام نقاضه. فلا راستو لام دکتر. فلا راستو. که چه خم استان مکتاب دبوزتی میرستو نه. وقت پودون در ارتاز فرسته، من فونجاس فرسته. دبوزتی مبر کوی کوی. وقت نگه چی آرزه؟ نگه چی لبه کاخل؟ کم مکوم رتبه ما خی فونجاس مفلده در رستد. شما نلوک تماش ویدا. شما یک آخه خود درست لوا رابین مسته را دوجینیس فیدن یا نروتا شنبل هاوی ما هم نقل یوه دوه از دا سکلی زوزا کرنه اون ما من نوش لگ از در بیر آدم از دونه کشی کون خواهی کون سنت بود ما کون کار کنس اشه هم بیره ود وی در کنس فلات خود تاک شر نخواست اون ما کد پرایز دوست واسه وروی نه وچه نقل مفیدان نالوکتا Во всем мире ситуация есть разница ценностей между ручной работой и работая на автомате. Те же самые ковры, вроде бы персидские ковры, да, их делают и автоматом тоже, правильно? Однако есть ручные работы, именно, короче, да, ковры ручной работы, которые намного дороже, в 100 раз дороже. Я буду голосовать за закон, Но опять же, в законе должна быть градация. Я предлагаю вообще освободить людей, которые, короче, да, занимаются ручной работой, именно ручной работой, автоматизированной, дайте мне, короче, да. Вообще их не то, что за 3 года, вообще их освободить от выплаты налогов. Я лично исхожу из того, что раз уж у нас есть человек, который непосредственно занимается вот этими вещами, и раз у нас есть человек, который свое мнение высказал, вот я из этого исхожу. И опять же, не устаю повторять, что у нас парламент, сколько бы мы ни дискутировали, хотя я против дискуссии на сессии, категорически, но так уж получается, как бы мы дискутировали, все равно заканчивается все тем, что мы должны поставить на голосование и узнать у депутатов, которые имеют право голоса, проходит законопроект или не проходит. Галасе перси фестиваган форст оскутца комитета фендуна нахме дуодас депутата сразуста закона проектал. Остудистия нахме ихсазанто сакаласта нараргуместе. Цей фестиваган закона проект истнирцет. Уихихт комитет рохаскарадун форсал депутатун корпус налудисты цахкер имя граздина дравдистуй калунте фадл кодексе дуаса дартын диккагам статьой фадл. Яны сануна республика макусын матсы мигранта арцаве. Ведуны костафитунил мае мидякс хатсин иуминай дуамины унг. قالون تنبل کنن فدل کمیته سردار اینفارماتی بندورل ندیری دوریل سی میگران تکوسه و دونن سپای دا آزدرغ نماد سی میلوان تی اما بنتون بیوجید متاسفید دونو میزیرون ریسپوبلیکی تا پروشتی گود پرادک 2000 трудовых мигрантов из них бюджет заплачено в прошлом году около 300 тысяч рублей а по факту должно было поступить порядка 10 миллионов рублей и по той справке которая составила счетная палата
за 2 года за пределы республики было перечислено порядка 350 миллионов рублей. С этих средств бюджет получил мизерные копейки. Вчера на координационном совещании было решено, что каждый трудовой мигрант, с него будут спрос, и при выезде за территорию Республики Южная Осетия будет обязывать представлять справку об уплате налогов с налогового органа. То есть вот эти 2000 рублей он должен платить каждый месяц. Если справки не будет об уплате, его просто не выпустят за пределы республики. Владимир Владимирович, вот такой вопрос у меня к вам. Скажите, вот это ужесточение, оно не приведет к тому, что я вообще перестану приезжать туда, где я? Она не приведет, потому что сумма налога, которую мы рассчитали из тех данных, которые зарабатывают трудовые мигранты, должна составлять, по сути, от 5 до 10 тысяч рублей. Мы предлагаем минимальную сумму. Парламент Сердар Яхир Дегайбан Сонгута на Республике Мигрант Уэвнаден Северцог Нисанью Агисуэй. Загацет тест Петхозе Костетем. Кацефенд Зокунан Эма Нурмен Дарьяте Хуймидегис Семейдзе Газета Эма Айрвезен Мокаменуа. Бан Сонгута Дартар Гаси Дебютер. Эна Ивен Зинетте Дар Иефет Сохозе Зокуна Хасперсай Хаскут Сао Вадья Эффект Каттер Неведзен. Не в этом заключается сила закона, а в том, в его неотвратимость. Если его не применяют, заставлены, и не будет применяться 2000 рублей, и ничего не поменяется. Поэтому не применяйте законы, которые есть, так как полагается их применять. И, может быть, и не понадобится там повышать для тех же трудовых мигрантов налог на их деятельности. О чем я хочу сказать. Законопроект райста депутатом корпуси юмяк разыцинат. Калунты кодексы цепарса дэх сай фэнзэм стадзавит сессив на фэрадун дима. Бахаска ивэн зинады бэндурл гавты царжа тасари баргун цэвэн захы калуней. Депутатом корпус асықыттак банаматуя хаданыл, эмэ банысан кутуй сақудыта гавты царжа тэнцуй болауэнэ фэдэл. Я предлагаю вообще вот освободить Джавский район от земельного налога. Подождите чуть-чуть. Допустим, я доскажу. Допустим, под эти изменения полностью подпадает Схинвадский район. В Джаве было землетрясение. Есть еще в Джавской административной единице есть город Квайса. И все это в совокупности не было учтено. Есть еще ущемленный Ленинградский район, допустим. То есть там тоже вот центр, как говорится, 10 квадратных метров. То есть я предлагаю вот совместно с депутатами и с вновь назначенными главами администрации доработать этот законопроект. Все-таки вновь назначенные главы администрации не участвовали в разработке данного законопроекта. А так полностью поддерживаю эти изменения и буду голосовать. Не секрет же, что, скажем, жители города Схинвала имеют какие-то там земельные наделы, и по факту они не обрабатывают и не живут там, да, в сельской местности. Как вот этот закон будет касаться, я вот так предлагаю, чтобы он освобождение касалось только по факту регистрации, по факту реального проживания сельских жителей. А остальных жителей, скажем, я не знаю, города или за пределами республики кто-то живет, я предлагаю, чтобы это все осталось так же, как есть. Кадвала кандерды участок ростой, болхату и канатной боловоркутой. Мы ростой, мы не кусы сведешь, а мы дорожи. Зах, то кавы хиша. Махов тасорозам, допустим, 3500 на фале, где цифра худар канам муши захал, чьи кусы, чьи же шары. Хау мене, где цифра худар канам, хау ше участок, мы мофида. Кадыр кусы, вадыр мофида. Фалал кадна кусыны, вадна шагарры мысым, кавы шамайер, эскус, шамай уши зах, эскус, инкарам уши зах, пойду хасо, яхишан дарма махам общество. Закон не шумалда, шамай. Ну, адрес разозадам, достигдарна. Инэ рыбпажды 0300. В прошлом году, допустим, по справке Джавского района было собрано 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей по Джавскому району. По всему району. Это учитывая, что инвентаризация земельных участков не проводилась
Советского Союза. То есть для начала надо провести инвентаризацию, определить собственников этих земель и пользователей. А потом уже применять вот эти годы. Все. Կալասը պարսեֆաստիուական զոգունը պրոյեկտի ստարձետ։ Պոցախադուն պոշլինատա բոխոստավտ անազ մելգայի սոդը պոցախադուն ռիգիստրացի մա կադաստրուն խղդվատլ զոգունը պրոյեկտ մա։ Ունավվե մերո խոստա էկոնումիկա չսլամալի Сеси Костохая Диста юстиции министр Лолата Залина. Уй, депутат Курбусан Ройхал Табохаска ушли на Таротадзан Кацаю. Амея Анаман Кавакдзино Цайми Дагисуэй. В 2018 году Министерством юстиции, конкретно службой регистрации, была проведена большая реформа. Суть этой реформы заключалась в том, что была образована система одного окна, куда граждане могут прийти в один орган и с правоустанавливающим, конечно, документом прийти, провести кадастровые работы, кадастровый учет произвести своего недвижимого имущества. Да? И вместе с тем уже, как мы говорили ранее, сегодня служба кадастра и картографии наделена полномочиями и по технической инвентаризации. То есть сегодня они одновременно и готовят технические паспорта. Вот это как раз это изменение было связано с тем, что мы говорим о том, что регистрационная служба, выполняя кадастровые работы, она за эту услугу получает, граждане должны оплатить эти услуги. Эта плата идет в госбюджет, но там не было указано о плате за техническую инвентаризацию, за техническую паспортизацию недвижимого имущества. Речь сейчас идет об этом. Բոխասկայի վնձինատը նասվ զարնքուտույ վորսըտա դեպուտոտոն գուրբուս մեմել սկալաս կուտույի ու միոգայ։ Կուզունամ նա ռեսպուբլիկա զնգա բնոտող սխարզո ու դնարխայ տղստմա խուսկոգոդամն ծույ բոլայուն կատ բորվան դունայու։ Վատտար նիխ هفته تین دقیقه آشکار بود من سماخه ایتون میگونم تا تین جده خو خرزا و دشینا من هیر نتیم در ماخ که رجی لاو در نیکو قوی نتیم در نیچی لک نیکو قوی لک گاد کن مادم فلا او موا زاکون فرگد یه رز دقیقه من هم زال با ده یو پرسو چست کشکل با تتانیا موی شاس سارستا من اگه چر رستگ من هاوی یخه دگو آرفای بود فلا شاروز ده خوز در نم زاگون بن درولا خوز در نم زاگون مگس کاش در اپد تا گراز ها ماجیس نو جدیو خواهی وی تا او غالان درس بل ما بار خیلی ده او دون در زاگون قرش هاو مگس که ماخ ممیم تنگ آخش یا گز تخچه فرم زاگون و تخچه مطلق زاگون بوز نگ نو جدری ها دیگر مگر Զոգունը պրոյեկտ ռայստա պարլամենտարի թերազեցինա։ Դարտար սեսի երկաս ծինդրալունը վզորան կամիսը սկունմը բովդիսկայի վնձինատտեմ։ Յուստիցի մինիստր լալըթը զալինը ավտամատուատարդուրծինդրալուն Դարտար դեպուտատ Դիակոն Թամիրյանի խոսնքուտը Փածախադու Ալդաֆուն թղթած առախ անապիլոտոն թղակ ապարատտեի քայ խելդավը Զագը անաման քաղաքու դեպուտատոն կորպուս ռեակցիա ցուցտագմա Как мы знаем совсем недавно буквально 2 недели тому назад через посёлок Пайса залетели 5 беспилотных летательных аппаратов со стороны враждебного нам государства Если Мы посмотрим телевизор, любое нарушение государственной границы любого государства влечет за собой соответствующие ноты протеста, соответствующие действия от органов государственной власти. Исходя из этого, предлагаю на завтрашнем дню подготовить соответствующее заявление парламента Республики Южная Осетия. Դոմդա ացվորս դվադլ դեպուտատոն կուրպուսը նումլ ավիտյալուն կուսնգանի նոգ բացատտականը բանսանքուտը պարլամիդը սարդար, ամեր այսը մա արբովդիսը սեսի ռադուն ռաբատմը։ Սեսի կարոմո խիծան վարսը տամսակ ալիգատը ուստար передвижения нашей республики в Северной Осетии.
Я считаю, что мы его должны поддержать, потому что это непосредственно касается наших граждан, которые пересекают, все с этим, сталкивались. Поэтому я считаю, что мы это просто так не должны оставить, не должны поддержать. Более того, мы должны, я извиняюсь, потому что лучше обращаюсь к правительству, потому что это их работа, чтобы они провели соответствующую работу и доложили парламенту, чтобы наши люди, наши граждане беспрепятственно хотя бы по Северной Осетии, они ездили без пределов Северной Осетии. Կարումբատան պարլամենտի Սարդար գասիտը Պյոտր Ֆեխուսեն գուտը եւ Պլանտեկայից վզարջը տրաս խեղց սարազեն ըղսազամ սվզարս պարլամենտը բոկանգակուս տվադել։ Զագաների դագանցն սոգունդարցըտ ամ խոտտար ացը ավիցալուն մոծալան։ Դարտար Յումանդատուն Ավզորան զլտես խիմայ ֆադլ զոգունը պրոյեկ։ Ավտաս Յումանդատուն Ավզորան զլդել դիղկունդր ծավզան ռեսպուբլիկայ տերիտորի։ Ու դունայ ֆարոստ գուրատը դգայտատա արաստր ծավզսը ալկացը ադմինիստրատիվուն տերիտորիալուն իվաճը։ Ացը զոգունը պրոյեկ տալվար զուլգե բնատուտ ֆարս տենդար։ Կոլեգի, значит, вот ко мне обращаются и руководство администрации Донского района и жители 7 августа, они недовольны тем, что их прикрепили к Ударскому ущелью. И мне самому это не нравится. Вот Центр избирком не согласовал с главами администрации. Это нововведение ввели в 2004 году. До этого было не так. И вот довожу до вашего сведения мнение руководства района и мнение народа Гуфтинской сельской администрации. И Центральная избирательная комиссия исходила из того, чтобы создать равные условия всем два округа в Дзявском районе, чтобы по количеству избирателей соответствовали приблизительно. В законе четко прописано, что разница между округами не должно быть 10-20%. 20% это в наших горных селах, и учитывая, что Кударгом тоже относится к горным нашим условиям. Исходя из этого, тем более Гуфтинский участок, это испокон веков создания, входил в этот, как его, Васильевшего округа находится. Զոկոնը պրոյեկտ իստերցը դիումյակայ։ Սեսի բոյխոստավ դեպուտատուն կուրպուսը խուսնգանի նոգմը, կացը սարաստավ ու ալդավուն թղդատ առախ խալտքայի ծավույի տխայ։ Կուտ զունեմ ացը վարստույի ռոզմասեսի է վերտա դեպուտատ դյական թամիրան։ Я попросил его подготовить обращение. Амиран Евгеньевич письмо подготовил, я хочу зачитать его. Парламент государства Алании выражает свою озабоченность в связи с участившимися случаями нарушения воздушного пространства Южной Осетии грузинскими беспилотными летательными аппаратами. Последние инциденты подобного характера имели место 23 и 24 февраля в районе города Квайса Джавского района Республики Южной Осетии. Настораживает, что провокации подобного характера участились после окончания делов многонациональных командно-штабных учений НАТО-Грузия 2019, в которых участвовало более 20 союзников и партнеров Грузии у НАТО. Напоминаю, что вооруженное нападение Грузии на Южную Осетию в августе 2008 года под названием «Чистое поле» произошло по окончании совместных учений вооруженных сил Грузии и США, которые проводились с 15 по 31 июля 2008 года в городе Вазьян с участием представителей Украины. Проводя аналогии с сегодняшним днем, по окончании вышеупомянутых учений, также были активизированы полеты грузинских беспилотных летательных аппаратов на территории Южной Осетии. Парламент Государства Алании расценивает провокационные нарушения воздушного пространства нашего государства грузинскими беспилотными летательными аппаратами как прямой вызов безопасности Республики Южной Осетии и военно-политической стабильности региона со стороны Тбилиси. Парламент Государства Алания призывает Грузию и стоящий за ним Североатлантический блок отказаться от политики открытой демонстрации своих военных возможностей, попыток подрыва усилий по обеспечению мира и безопасности за Кавказом и эскалации ситуации в регионе. ՏԴՏ նույնամա պարլամենտարի տխուստար դազդախտա առաջը զնավրը ծարակուցտը ազամատը կայթարձինոտմը, զագավի առաջը վիրվազն կուտտա բալցատը, ամա զագավու խորզախը ակկակ։ Ոլնի լուջմի դունի սվալատա ճոյոտի, շապյո վադիտելու ստալա բլոխա, И молодой человек, он ему где-то 18 лет, он очень так среагировал. И можно сказать, он спас столько людей. И я вот у меня вот такая просьба, шофера, у него упало давление, на Силзаре.
он среагировал на мои чувства. И это еще у меня харижен, то есть за года там можно было идти охотиться. Меня хубавые зоны уже были. Вот и он среагировал на мои чувства. И вот у меня есть просьба, если можно будет, или какую-нибудь грамоту, или как бы как-то поощрить мальчика, да, потому что это геройство, я считаю. Парламент Сардаркут Банесангута Куцте Азаматес Хурзахчин Кенен Фендун Парламент депутаты Нуме Бовдисе Савелвет Куноварте Министрадме. Ацикури парламент депутат Суцити Игрема парламент Сардара Хозгана Гаврат Инара Бабарак Куту Битете Даниге Бинунте. Авто Теможес Кунде Удун Царинс Кунда Хатанте. Эфсен Фендаджи Венже. Хасте Фестивагент Бафхар Сахадзорани Агост. Бинунте Нис Иртесе Велуне. Ком Тепен Зухасте Вимел. Найдет Салцекенен Кузде Тесе Хасткенен. Агосте Кутил Кавдабу Фаладар Сентекене Дуна Медзенуге Ци Бацаразинс. Уйдер Ци Берестег Месвей Ивинак. خشت راست جا مردیست، مفت وابشه که چلوت تنه و دا مردیست ما واسم این گوده فسته، خیشات من بیره خود باشد استم، پریزیدینت تم در فشد تم سشرم و بیره قصد زنه کنم فلا، سر قصد دو مای کنم من سا بیشات ایمان کود دویر، بروست دوی من، من از پرست دوی وی تاج من آشتک کنم خوف، اجرت تو من ارشده سود من، من اوش نفسته ندیشت و من مخ شگه در تا من ایسترهای داجه سودی در مار داجه اشتک در نور ایت خیمه تنگ بیره خود از پرست دوی تنگ بیره خاتم سه بیشات خود توی من ادنی افتاد سراج استم پویا سرازن در دامج قم اولدم دخه دگرای دام من انت هوش آور نه شاید مخجل پویا سر سفر من کوی تدای مختای سرازی افتاد روی بیره خاطر باشد سپرس توی است من یو خود سه بیشات خود توی ریشی فیرت دام در راچ استم من اومای در فسایت توی افتاد جشران ریون در روی بینون تل بیره انامون زینت تا ارسد دانی گنیخی چند تا یننی زینات فتصودت تا دوم دوین اپیراتسی زردل یننی زینات خوزاگن کوسکا در نیکول کنه بینون تا تخستای تخستر کننز پارلمنت وانگ تا بینون تو آور تا خیت سسته فینگی انفز باور تو انا خوستار تیسا که نن وات سسته وی پا براشنیو سیمی بیتی و می ویخالی ای پا پاسیتیلی دوم پا اولیتی جلیزنداروژنه 6 پاسمتیلی اسلوویا Сами видите, крыша находится в крайне удручающем состоянии. Во время августовских событий дом пострадал, крыша пострадала. И мы, значит, воочию убедились, что две семьи, которые здесь проживают, условия крайне тяжелые, и мы сделаем все от нас зависящее через исполнительные органы власти, чтобы прореагировали и вне очереди им заменили кровлю. اخساس سوالون مادو قورات گاری نتر خاریباتی سا قنجه خورست خدزاره. راد لونس فاتی رایس مفلالادمه اخورست خدزار آرخوی دنل در نیخ خسنس. یه سر الخیصا کن سرما گوند کسته تفلاوی بینون تن ستابیلون افتیاغل نماد نتسوه. کستن کوهه کتانه. بینون تن نیخومه تجو آورت اگر استمه قارم دوندر. گاری نای کردیاتو چمه والسینزوی فلاوی رستگمه ترانات آرخوی دن قداجه. کدود مسارات در خدزه کنید فاتی رایس مسنه مزوزده چپورت برم. دوندر چنین شو هم ایرن در باشد دون چنین شو اش سوالتیم دون قوت در خود جبه وزال دون مجب باک در نیک وارچی رای رایستم افتا من افتا زختوش تو باک کسه ورا تا دونه سید کنچستم من نی نال سید کتوی من راشو باشد در زنو رایستو منم ایزر راشم بایدا دو فلنم قرم دونت در نشو کد من وارچی را سیم فیدم ما کدیست گنه نیستیستن بخوز کنات خود جبه وال ورمی نا کد ما اوچی رفتم جورنچ Студам да учредим офисија, мадам Камис шало маршават, мадам нише во чинисмак. Хоќа би мене квартирам офидуно фтеисто. Парламентот депутатам дарне взбоверта се проблеме е фадел сенцуј кај болев зануемеј.